Пошло. Я когда поступил в театральный вуз, мне сказали, ты не актер, ты певец. Пришлось повесить гитару на гвоздь. Чуть помедленнее. Владимир Семенович Высоцкий. Он же Виталий Гагунский. Одно дело быть актером, петь, как кто-то поет. Другое дело найти свое лицо. И тем смешнее сейчас слышать, когда я себя, скажем так, зарекомендовал как актер. Мне ветер путь укажет. Так, наступаем на горло собственной песни и спать. В какой-то момент я уже похоронил в себе мечту петь. Я понял, что я не готов. Почувствовал, что сейчас пришло время. В поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Будет добрый год, хлеба рот, было всяко-всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Мы идем с конем по полю вдвоем. Виталий Гагунский! Виталий, обернись! Это дочка Виталия, да, ей тоже аплодисменты. Здравствуйте. Я думаю, нужно ради справедливости сказать пару слов легендарному композитору этой легендарной песни Игорю Матвиенко. Игорь, пожалуйста, вам слово. Мне кажется, это тотальный успех. Уже можно уходить и начинать работать. Тем более эту песню мы всем раздаем бесплатно. Только пойте на здоровье. Игорь, а вы знаете, что вообще в народе думают, что это народная песня? Это ли не настоящий успех? Что понравилось у Виталия, то, что он пытался петь сразу за все партии. Он и пытался из-за теноров там влезть, из-за басов. То есть он прям скакал, иногда не попадал. И за лошадей пел, чего уж там скрывать. Ну, да. На самом деле смелое решение взять минус вот это и попробовать спеть все партии сразу. Юрий Михайлович, вам слово. Я двумя руками за. Великолепное исполнение. Настоящая русская песня. Меня очень тронуло это. Жанна? 200%. Уолтер? Я что-то не понимаю. Мы голосуем за песню или за Игоря, или за песню Игоря. Ну, прилично. Но для меня это не такой голос. Вау, звезда такая.
Мне кажется, что все немножко помешаны на песню. Ради бога, можно я вас прерву? И меня сейчас все убьют. Не-не-не-не-не. На канале России идет шоу «Один в один». Там артисты пародируют знаменитых певцов. Так вот там Виталий выступает с поразительной пародией на великолепного Валерия Меладзе. Первый день зимы на краюшке земли. Если можно, Константин, можно вас попросить за роялем подыграть вот песню, допустим, которую Григорий Лепс поет с Валерием Меладзе? Композитор Константин Меладзе, пианино Константин Меладзе. Поют Виталий Гагунский и Григорий Лепс. Люди не могут быть одни, собираются в стаи, бьют города. Люди жалеют, что они не летают, как журавли. Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода. Сори, мама, нету такой земли. Внимание! Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь. Не было смысла вновь гадать, каким ветром нас унесло. Где ты была в тот день, когда мое счастье ко мне притык подошло, улыбнулась и мимо меня прошло. Все, что мог. Уолтер. Ну, опять я немножко потерялся в этом. Песня всем нравится или артист? Я слышал голос немножко не на том уровень, который я ищу. Я единственный здесь, но я говорю нет. Мы вас поняли. У нас самое главное, у нас честные члены жюри. Спасибо. Это достойно аплодисментов, да. Сергей Чиграков. А мне вот очень понравилось. И первый номер. Второй пародии, это понятно. А первый номер мне очень понравился. И так, вы говорите? Ну, естественно, да. Гриша, да. У Виталия есть источник силы. Его семья. Благодаря их поддержке он не побоялся взять сложнейшую песню «Конь» Игоря Матвиенко, которую многие считают народной. Да еще и в день рождения автора. К счастью, Игорь Игоревич сегодня в прекрасном...